Сегодня здесь мы рады приветствовать всех участников, гостей, волонтеров и организаторов первого форума молодежи Приморского края. Ура! Привет, ребята! Я очень рад видеть вас в этом зале в прекрасном настроении на первом молодежном форуме Приморского края. Я хочу вам сказать, что мы с вами живем в прекрасном крае, нам повезло. Здесь начинается Россия. И Приморский край вот за последние 2 года стал местом проведения важнейших международных мероприятий. И играет все более заметную роль в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и, конечно же, нашей любимой страны. И я очень рад, что наша молодежь принимает все более активное участие в различных сферах жизни нашего края, в социальной, в политической, в экономической. Я очень рад, и сегодня уже ведущий сказал об этом, что в рамках форума проводится второй съезд молодежных правительств Дальневосточного федерального округа. Это не случайно, потому что в нашем крае также работает молодежное правительство, которому я поручаю самые сложные вопросы. И, конечно, отдельно хотел бы поприветствовать наших волонтеров. Эти замечательные ребята на славу поработали и на саммите АТС, и на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, и на энергетическом форуме, и, конечно, на универсиаде в Казани. И 400 наших волонтеров поедут на зимнюю Олимпиаду в Сочи. Я желаю, ребята, всем вам успеха в проведении нашего первого молодежного форума. Музей «Два капитана», музей... Изначально это был лагерь детский, был представлен на конкурс «Капитана». Сейчас уже лагерь «Капати музей». Следующий год смотрел вашу программу, они вписались в 25-летие афганских событий. Писали. Спасибо большое. Мы готовим поход памяти. У нас сейчас было только что комитет победы. Спасибо большое. Молодежь должна принимать участие в тех делах, которые сегодня делаем мы, взрослые. И поэтому мы сделали молодежное правительство Приморского края. Кстати говоря, поручаем им самый сложный вопрос социально-экономического развития. По очень простой причине. У молодежи нет шор. Молодежь не видит ограничений, те, которые, возможно, видят взрослые. И в этом смысле те предложения, которые делает молодежное правительство, они достаточно интересные, достаточно яркие. И мы вот, уже в нашем взрослом правительстве, администрации Приморского края, прислушиваемся всегда к ним.